До 80% от колькасці усіх пажараў у вобласці здараецца за прычыны неасцярожнага абыходжання з агнём. Толькі ў мінулым годзе яго ахвярамі сталі 73 чалавекі, якія загінулі. Найбольш уразлівыя – сацыяльна неабароненыя групы. Па большасці гэта пенсіянеры, людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Таму і першым адрасам, дзе ў вобласці стартавала акцыя, стаў цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Маскоўскага района. Наша задача еще раз напомнить нашим уважаемым гражданам об мерах пожарной безопасности, в целом общей безопасности, чтобы предупредить негативные моменты. Эта акция будет охватывать все без исключения объекты. Мы начинаем ее с объектов социального обслуживания, дальше перейдем на промышленность, школы, детские сады, с таким расчетом, чтобы как можно больше населения узнало об этой ситуации, прослушало данную ситуацию, сделало для себя соответствующие выводы. Акция проходила у комбинованной форме. После демонстрации профилактичных фильмов викторина на ведание АЗО безопасности. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот эта вот наглядность, она помогает нашим подопечным, которые находятся у нас на обслуживании, понять именно необходимость соблюдать то, от чего зависит их жизнь. Я считаю, что это очень-очень полезно. Акрамя таких акций и сустрэч у працовных коллективах, супрацовники МНС просягнуть так само практику проведения профилактичных рейдов, коли комиссийно наведываются адресы с группы рызыки. Это постоянная работа. Практически мы совместно с работниками сельисполкомов знаем эти домовладения, где проживает такая категория граждан. И там проводятся, да, комиссионные проверки не только на предметы пожарной безопасности, но и в целом по состоянию жилья. Элементы безопасности на первом месте, конечно же, находятся, но и другие позиции. Как оказать еще другую помощь, допустим, по тем же медикаментам, по тем же условиям проживания. Юрий Петлюр, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».